Ну что ж, давайте начнем. Что такое вписанная и что такое описанная окружность? Как мы видим, вписанная – это когда внутри, а описанная – это когда снаружи. Что у нас получается? Если посмотрим, все три радиуса – это в каком смысле? То есть все три – это все радиусы, и они похожи. Дальше, что написано? Они перпендикулярны. Ну и третий. Бисектриса. Что такое бисектриса? Это делит угол какой-то, да, например, любой, пополам. Например, скажем, здесь вот эта линия делит и здесь делит. Вы можете посмотреть. Ну, скажем, здесь точки, да. Вот и все. Что же здесь говорится? Самое распространенное правило при окружности, которое описывает, это то, что вот этот угол, который в середине, да, у нас находится, он будет в два раза больше. То есть, если, например, здесь у нас B, тогда здесь будет 2B. Вот и все. Подойдем теперь к вопросу. Вот смотрите, видите, вот здесь я все описала. У нас все три радиуса у нас похожие, они перпендикулярные, и вот эти стороны у нас похожие, то есть они бисектрисы, правильно? Нам задали вопрос, найдите угол А. Ну что ж, начнем решать. Как здесь написано, у нас все вот здесь похожее, да? Дальше. Вот здесь у нас всегда будет 90. Эти у нас похожие. Ну, все, наверное. У нас здесь сколько угол? Вот в этой фигуре. Это четыреугольник. Чуть похож на ромб. Тогда у нас у четыреугольника внутри сколько градусов? 360. Если у нас здесь 90, здесь 90, здесь 130, сколько здесь останется, мы уже можем через 360, прошу прощения, отнять 90, отнять 90 и отнять 130. У нас будет в итоге 50. Значит, угол А у нас будет равен 50. Давайте к следующему вопросу. У нас двойка дается, да? Ну и площадь. Давайте вспомним, что мы знаем. Вот здесь то, что у нас радиус, у нас похожий, да? То, что касается
это, и вот это, они всегда все будут похожими. Ну что ж, делаем дальше. Вот эти у нас тоже похожие. Скажем, вот так, да. Угу. Ну, а также... Ой-ой-ой-ой. Ну, давайте здесь. Так, эти углы у нас... Ой, стороны у нас похожие. Хорошо. Перпендикуляр мы нарисовали. А, нет, еще мы перпендикуляр не нарисовали, да? Давайте еще напишем, что это перпендикуляр. Ну, все. Дальше уже решать легко. Если у нас двойка дана, вот здесь двойка, согласитесь, что вот эта двойка равна вот то, что внизу. А вот эта двойка мы можем сюда переписать. Что насчет вот этих сторон? Эти две похожие. Значит, если здесь 4, здесь тоже 4. Здесь 6, здесь тоже 6. Нам нужен площадь треугольника. Значит, мы рисуем треугольник АБС. Во, у нас получилось, по-моему, да? И смотрите. Левая сторона. Сколько у нас? 4 плюс 2. Это у нас 6. 2 плюс 6, это сколько? 8. Как мы узнавали площадь? Мы две стороны умножали и делили, вы, наверное, все знаете, на 2. То есть площадь у нас равен. Умножаем шестерку и восьмерку и делим на 2. То есть в ответе получается 48 делим на 2, у нас выйдет 24. Вот и все. Ну и давайте последний слайд наш посмотрим. Центр окружности, да? Нам нужно найти А. Так, вспоминаем, что вот это у нас, они похожие. Значит, если здесь 65, я здесь тоже могу написать 65. Вспоминаем, что в треугольнике внутри должно быть сколько? 180. Значит, если здесь 65, здесь 65, здесь сколько останется? Что мы делаем? От 180 отнимаем 65, отнимаем 65. Это будет 50. Согласны? Ну что ж, значит, вот здесь у нас вышло 50. Если здесь у нас 50, помните вот это правило? Здесь 2b, здесь b. Здесь 50. Тогда у нас а выходит как 25. Ну все. Спасибо за внимание.